Всем привет! Мы собрались пойти на вторжение. И сегодня 1 января. Тёма, ты рад? Первый день проката. Первый день проката, да. Мы вот такая компания, которая проведет Даню в зал, Тёму в зал. А с Даней мы пойдем гулять и с Викой по торговому центру. Уже можно идти в зал на самом деле. Заходим в зал. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Посадили Тёму и ушли. Идем развлекаться. Вчера мы тут были, когда был пустой торговый центр, и мы включали паровозик за 100 рублей. Сейчас мы разменяли денежку и снова идем к этому паровозику. Вика, в принципе, довольно прилично ходит за руку, не убегает сегодня. Вот, найден паровозик. Да. Тут написано. Ту-ту. Вика, только не свались, пожалуйста. Ой, включай. Давай, включай. Так, ну на тебе 100 рублей. Разверни аккуратно в щелочку. Вставляй. Съел. Ой, не хочет. Выплюнул. Сейчас еще раз. Если что, у меня есть другие. О, понравилось. Этой стороной. Так, ну что, вон шлагбаум там открылся. Я сейчас его увидела маленький. Вот. Надо что-то включить. Вот, я покрутила вот эти вот. А свет выключи. Поехали. Это я. Да, включим. Ничего шеньки не видно. А этот паровоз? Чего нет? Вот. Надо же запустить. Давайте они побыстрее будут ехать, так поинтереснее. Ой, наверх заехала. Я что-то вчера этого не помню. А включи свет, я вас со светом сфоткаю. Вика крутит, паровоз останавливается. Все, он остановился. Зачем ты останавливаешь? 3 минуты пускай ездит-то. А ты рассматривай, что там есть.
остановить. Так, Вика покрутила. Вот вправо, в плюс, это быстрее. Скоро закончится время, я вижу. 7 секунд осталось. 6, 5, сейчас закончится. Что, уже заканчивается? Заканчивается, да. Все, остановились? А, вот выключилось, смотри, выключилось. Остановились. У меня нет, нет, не дадут. Здесь такая система, она или попадется к тебе, или не попадется. Понимаешь? Скорее всего, что она не попадется. Надо управлять вот этой штучкой, джойстиком, и поедет вот эта рука. Потом нажмешь кнопку, она опустится, схватит. Но не значит, что она вытащит. Она, скорее всего, не вытащит. 20 рублей, ну... А может, это... Не, мы уже поезд запустили достаточно. Может, это? Да вообще не знаю, что такое. Надо получать эти конфетки. Получать конфетки? Не знаю, что это. Ну, тогда давай. Да нет, ну, Дань, мы не будем во все играть. Мы в одну поиграли, достаточно. И куда пойдем? Пойди вот сюда, сфоткаемся. Лед 2. Вот сюда, может, сесть можно? Как думаешь? Ну, тихонько только. О, как. Да какой хороший мальчик-то. Да хороший, хороший уже. Какая степень хорошести. Идем дальше. Куда? Ой, а это что? Это тоже джойстиком поводить. Может, что-то вытащишь, может, нет. Скорее всего, нет. Они очень гладкие. Оп, и соскользнет эта рука. А тут вот современные аттракционы, очки, экраны. Тихо-тихо, Вика. Мы долго выбирали фильм. Тёма пошел на вторжение. А еще был вариант Джуманджи и Форд против Феррари. Бросила ты свою заколочку. Пошли посмотрим, Даня. Тир смотрит. Все посмотрел? Да. И на самом деле я не была с Тёмой в кино уже год или сколько-то, или два. Пойдем к той речке. Дело в том, что вот Вика подросла, и теперь машинка низкая. Теперь нам все подходит, мы можем ехать вместе. Я радуюсь. Вчера мы тут были не очень удачно. Сегодня мы уже все спланировали. Только мы выбрали сеанс, которого нет в этом. Ой, стой, кнопочки тебе застегну, зайка. Мама тут. Выбрали сеанс, которого нету в этом кинотеатре. Мы забыли выбрать кинотеатр, получилось... Ошибка, но мы тут же выбрали другой сеанс, ничего страшного. К речке, к той речке идем. А Тёма кино смотрит. Долго? Да, 2 часа будет смотреть кино. А ему кино. Вот он нам расскажет, ему понравилось или нет. Ну, думаю, что ему понравится. Я и в магазинах 100 лет не была. Можно сделать обзор магазинов. У меня денег-то нет и одежды-то нету. Ха-ха-ха. Мама, пойдем, да. Где речка? Пойдем, где речка. Викуська. Ку-ку. Ку-ку. Пошли. У меня чистые руки. Да, чистые. Мне бы еще заколочку ей надеть. When I think about the way we used to be. Done, now that we are apart. When I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better.
покупают, возьмем там шишку. Дети так любят эту горку в Гранд Каньоне. Тут вопрос, что вы будете делать в Гранд Каньоне. Нам ничего делать не надо, просто бегать. Дома скучно, а тут уже... Ну, пошли, пошли на маленькие мостики. А вон встаньте, может, к этому человечку, кто там, собачка. Дома скучно, а тут... Покажись. Молодец. Тоже так. О, молодец. Посмотри, как красиво отсюда, если посмотреть. Никакой ярмарки нету и даже красивее. А с ярмаркой было не так красиво. Здесь все-все было доставлено перед Новым годом. Ларечками, разными соблазнами. Вот, кстати, а, закрыто. Вот же я бы зашла. Там бывают маечки по 199. Хвост. Ну, встань, встань туда, встань. Пошли вниз. Пошли к Данечке. Надо по мостику пройти вниз. По мостику. Давай. Пошли. Этот мостик совершенно тяжелый для меня, если вести коляску. Хоть инвалидную, хоть обычную. Он вроде как и не высокий, но для меня высокий. Опс. Что хочешь? Водичку нельзя здесь. Здесь ограждение, к водичке нельзя. Спрашивается, куда мне смотреть? Один там, другой там. Стою посередине. Девочка за руку перестала идти. Хочет теперь сама туда-сюда. Не так уж и много народа. Беги к Вике. А руку дашь? Нет, не дашь руку. Тихо, тихо, тихо. Но она сама хотела. Даня, наш не кукла. Все, пошли дальше. Потолстела? Ты что-то потолстела. Понос 4 дня, она потолстела, да. Надеюсь, кому-нибудь нравится эта красота. Я очень люблю это место, но я давно не была, потому что Вика была малюсенькая. А до этого были с Данечкой, с малюсеньким. Вот там, Вика, легко утонуть-то. Еще и на каблуках я вообще здорово. Ой, Вика! Опс! Бабах сейчас будет! Опа! Остановилась, молодец. Не, я не могу с вами, я на каблуках, ребят. Мы упадем вместе. Держись крепко. Держись, держись. Кто-то бросил, да, это плохо сделали. А, ты наступила, сядь. Сядь, сядь быстро. Вот. Брат тебе помог. Молодец, Даня, умничка. На юбочку на свою наступила. Аккуратно, здесь очень опасно. Скандальная девица. Ага, типа ты ко мне бежишь, да? Опс. Дай я тебя с елочкой сфоткаю. Это тебя угостили печенюшкой такой. Называется малютка печенье. Вика, печенье будешь? Ам? Ам будешь? Ну? Держи, держи. Ну, а тебе еще дадут отдельно. Она у нас дикая. Скажи спасибо. Молодец. На. Все, застеснялась, и то хорошо. Спасибо. Смотри, как тут красиво. Встань туда. Ну, встань. Красоту сниму. Ой, какой ресторан. А куда это мы зашли, интересно?
Пошли посмотрим. Тут лесенка, Викочка, не надо. Пошли детскую посмотрим. Что там за детская? Куда-то нас заманили печенюшками. Наше броуновское движение продолжается. А, ну я когда-то сюда заходила. Ой, какая детская. Ну-ка, заходите. Такая своеобразная. Молодец, что снял сапожки. Ты умничка. А Вика не сняла. А Вика, ну ладно, бог с ней. Она еще побежит куда-то. Господи, что же это за ресторан, даже не знаю. Ага, вот, я, кажется, вижу. Параш-лаваш. Параш-лаваш, все поняла. Ну не знаю я. Арсенал детских стульев поражает. Заказывать-то мы ничего не можем, ха-ха. Следующий мостик мы не обошли вниманием, конечно. Где? А влюбленные пары приходят и вешают. Обзор ресторанов получился у меня. Семейная кухня, мы там были, там удобно кормить грудью. Мы были там года полтора назад, когда Вика только родилась. И огромная детская с лазилками, вот она видна здесь. Там лабиринт мягкий. А сейчас мы пойдем в Евразию, в которой мы были. А, тут фотозона, да? Вика, 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 Вика. Да, иди сюда. Вика, Вика, мы сюда идем. Даня ушел уже у меня. Там мы в Евразию зашли. Пока что нас не застукали, но, в общем, и официант не пришел принять у нас заказ. Поэтому мы кушаем свою еду в Евразии. Ну, скоро все закроется. Ресторан закроется через 20 минут, но если будет нужно, я закажу пару сушек. Тут прекрасная детская. Иди хорошо. Но. Вика, я сейчас посидею. Ты шатаешься на стуле. В общем, я спросила... Сядь, сядь, сядь. Нельзя стоя пить. Спросила официантки, нужно ли нам что заказать. Она сказала, что никто не успеет приготовить. И просто мы можем посидеть и поиграть. Нет, не трогай больше, не трогай. Молодец, ровно поставила. Вот молодец. Вообще. Ну, через 5 минут закрываются, да. Еще 5 минут. Да, 5 минут играете и уходим уже. Еще в туалет, наверное, надо сходить, да, Данечка?
обычно. Ну, хоть мы тут и были вчера. А нет, вчера мы не тут были. Мы не попали, но перед этим были недавно. Все равно очень красиво. И мы радуемся. Ну, сейчас упади туда, давай. Упадешь ведь. Да, не волнуйся. Ну, смотри, сколько людей еще. Смотри, сколько людей. И здесь повсюду детские магазины. Мы вот, кстати, никогда не были в Китбурге еще. А нам ведь 3 года уже можно. Не закроют нас, не бойся. Вон еще люди идут, мы рядом с выходом. Нет, еще чуть-чуть ходим здесь. Да не закроется. Свет горит. Свет горит, значит, нам туда не надо. Там гардероб, он скоро закроется. Но нам-то не надо в гардероб. Люди, в принципе, уходят. Я так понимаю, вот этот дивный город, детская зона, закроется в 10 сейчас. И нам останется только речка. А фильм до 23:30. Поэтому мы будем гулять около речки. И еще пошли. Даня переживает. Даня, ну не переживай, нас же все видят. Вон еще уборщица тут. Фильм до 23:30, и поэтому... О, выключается фонтанчик. Опа! Вот, да, значит, надо уходить уже. Пошли, ты все поняла. Еще раз пытаюсь сказать. Фильм до 23:30. Да не бойся ты! Вот он воротики эти боялся, что закроются. Там же люди еще идут. Вон какая спортивная леди. Не знаю, кто это такая. Вика, не хозяйничай. Будем гулять вот вдоль той речки, а потом в зоне кинотеатра, там, где затемнение, в принципе, ничего не закроется. И можно будет... Там, правда, платные развлечения, но все равно можно там гулять. А вот здесь есть... Расписание, кстати, очень удобное. Но на то время, когда выйдет это видео, так как YouTube меня пока что, мою активность остановил, будет актуально только вот это, наверное. Ой, собачка, мама. Не ходи, там можно заплывать. Не трогай ее, пожалуйста. Не трогай ее. Она и так никуда не идет. Там ничего не закроется. Мама. А это платные спектакли. Мама. Не идем туда. Дань, да не говори ты с ней. Гуляй сам. Чего ты ее обижаешь? Она просто с нами идет. А вон карта дивного города. Смотри. Вот он весь дивный город. Что тут есть? Вот это да. Дивный город. Товары и услуги есть. Да, зайка, сейчас тебя возьму. Обучение и развитие. Кафе, да, кафе закрылось уже. Вон сколько всего. А это просто ты видишь, что они там прибираются. И вот столько аттракционов есть. Помимо... Ух ты, ничего себе! Give me...
Ой, тоже подарок нашла. Молодец. Вика покушала в ресторане наши помидорки черри. А Данечка у нас играл, поэтому сейчас запросил есть наконец-то человек. Запросил есть? Угу. Молодец. Скульптура, да. Что-то наш папа заскучал дома и приехал к нам совершенно неожиданно. За руку, держи за руку. Папа не слушается. Продолжаем ожидать Тёму из кино. Мы в это время тут на диванчике лазим. Да, Вика шалить начинает и бублики кушаем. Вика-то спала днем 4 часа аж. Поэтому мы такую прогулку себе позволили. А вот Данечка без тихого часа. Он уже немножко слоняется. Осталось нам 5 минут подождать. Там такие страсти, я заглянула в зал, уже Данька спать хочет. Ну, полежи. Играют в рисовалку у меня. Даня выпросил денежку и пошел запускать поезд второй раз. Вика вернула мне телефон с рисовалкой и тоже пошла. Придется следить идти. Кота залезла. Очень хорошо. Вика! Вика! Иди к нам! Дотянешься? Не, сбоку, сбоку подойди. Опс, я гол забила, ура. О, теперь ты забил гол. Посмотри на табло, Даня, посмотри наверх. 1-1. Оу, 1-2. Вторая игра включилась. За 100 рублей только две игры. 50 рублей мы не нашли. Я опять выигрываю. О! Вика уже убегала, я ее вернула. А теперь Тёма позвонил, что все-таки рекламы не 15 минут, а поменьше. И фильм уже... Вика не... Бежим, бежим. Музыка это титры. Не страшно. О, все выходят. Мы вовремя. Зайдешь? Беги к Тёме, беги. Ищи Тёму. Тёма тут сидит. Тогда с Викой рядом иди. Да, не, а сейчас она... Ага, вот мы забрали Тёму наконец-то. Никакие не 15 минут, а меньше рекламы было, надеюсь. Лифт работает. Вика, ты идешь? Пустой торговый центр прекрасен, если честно. Охранники тусят. Но кино открыто всю ночь сегодня. На улице плюсовая температура 1 января 2020 года. Вы можете представить себе? Тёма, ты понимаешь, что 2020 год сейчас жесть?
ты с Элей тогда? Тебя Эля сажала? Все молодцы. Все зевают. Вика, там машины. Даня, машины. Упс. Разброд и шатание. Осталось дойти до... Не, не ходи туда, она с тобой идет. Викочка стала руку вырывать. Пришлось ее посадить и Даню за компанию, чтобы ей было не одиноко. И только теперь Тему. Не всегда Вика идет хорошо, особенно в 11:30 ночи. Ну-ка, что ты сказал про фильм сейчас? Если бы я знала, какой хороший фильм, я бы в 2 раза больше заплатила. Обалдеть. Реклама фильма «Вторжение». Ну вот, все упакованы. Пока-пока, Гранд Каньон. Сейчас почти полночь, 1 января. Я очень рада, что мы все вместе погуляли. Всем пока-пока. С вами был канал Энка и Детки. Без дублей, без сценария, наша жизнь. Подписывайтесь на наше реалити-шоу «Дневник жизни». Пока-пока.